Вітаю вас! Денний ефір на телеканалі «Миколаїв триває» і в ефірі програми «Це вас хвилює». І я із задоволенням представляю вам гостей нашої студії. Це голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Світлана Мідилян. Здравствуйте! Та співзасновник цієї організації Наталя Денилюк. Здравствуйте! Вітаю вас! Девочки, ваша организация провела недавно большое такое масштабное, достаточно массовое мероприятие, выставку собак. Ну, не хочу отбирать у вас как бы ваш хлеб. Расскажите сами, что за выставка, как возникла идея, как организовывали, кто помогал. Вот, идея возникла очень давно, потому что действительно на улицах нашего города очень много ничейных собак. И, к сожалению, люди боятся, есть такое мнение о том, что раз она на улице, эта собака, значит, она и дикая, и агрессивная, и, в общем-то, это зло. И для того, чтобы переломить это мнение, и была организована эта выставка под названием «Выставка бесподобных собак. У счастья нет породы». На выставке были представлены собаки, которые являются подопечными коммунального предприятия Центра защиты животных. Все собаки стерилизованные, привиты от бешенства, обработаны от паразитов и прошли первоначальный курс работы с кинологом. Мы очень рады, что такое большое количество людей посетило наше мероприятие. Было очень много журналистов, отдельно им спасибо, что осветили это мероприятие, что были очень сделаны красивые фотографии, видеоролики и так далее. Очень много других людей, которые присоединились к нам, оказали посильную помощь. Думаю, Светлана сейчас поблагодарит их отдельно. Мероприятие прошло на таком, знаете, как бы счастливо возвышенном уровне. Было очень много деток. Спасибо отдельно родителям за то, что нашли время, привели своих детей. И действительно у детей было на лице счастье от общения с этими животными. И то, что заметили, наверное, многие, когда этих собак, щенков, подростков и взрослых привезли, то они были немножко такие запуганные, как бы, ну, транспортировка, клетка, большое количество детей. И буквально через час их словно подменили. Счастье на мордах у собак, счастье на лицах у детей, это постоянная возня, это игра, это тисканье, это было просто масса удовольствия, это был такой позитив, такой азарт, и мне кажется, что родители, которые увидели общение с бездомными животными своих детей, я очень надеюсь, что у них все-таки вот в голове, у них в сердцах что-то поменялось, что-то изменилось, и они помогут нам и помогут себе все-таки решить проблему с бездомными животными в городе. Далее, сколько было собак? Всего 17 животных, это те, которые представлены коммунальным предприятием, и также наши волонтеры, волонтеры Феникса, привели несколько своих животных, которые тоже принимали участие в этой выставке. Светлана, как шла организация выставки, подготовка, кто участвовал, кто вам помогал? Ну, непосредственную помощь оказал наш мэр Юрий Исаевич, департамент жилищно-коммунального предприятия городского, департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, администрация парка имени Петровского, спасибо огромное, что предоставили нам бесплатно территорию под мероприятие, общественная организация «Чистый Николаев», рекламное информационное агентство «Стенгазета», которое разместило на своих стенгазетах в подъездах наши листовки, также бесплатно. Коммунальное предприятие «Центр защиты животных», естественно, непосредственное участие принимали. Ветеринарный центр «Лорд», врачи присутствовали на нашей выставке, давали бесплатные консультации владельцам домашних животных. Можно было прийти, поинтересоваться, чем кормить, как прививать, разные такие моменты по уходу за домашними животными. Эти люди приняли, и организации приняли непосредственное участие в нашей выставке, помогли организовать ее. Вообще, на самом деле, когда мы только планировали провести выставку, у нас была вот просто мечта. Хоть бы одно животное в ходе выставки обрело свой дом. Вот это для нас был уже успех. У нас во время выставки мы пристроили 3 собачки и 1 котенка, которого во время выставки наши волонтеры нашли. Котенком игрались детки в парке. Волонтер забрал, обработал от паразитов, и тут же на выставке ему нашли хозяина. Нашли тут же и пристроили, да. То есть все оперативно очень. Да? Очень оперативно организация «Феникс» работает, да.
Это невероятный успех. Очень много людей взяли контакты коммунального предприятия и пообещали, что на этой неделе приедут и выберут себе именно там настоящего друга, либо охрану в дом. У нас также на выставке была фотосушка. Это что? Очень многие животные, подопечные нашей организации «Феникса», они, ну, не могли присутствовать на выставке, так как у них нет еще там некоторых прививок, кто-то на лечении находится. И мы придумали такую идею. Мы сделали фотоколлажи. На каждом коллаже написали номер телефона куратора животного и вывесили эти объявления. На выставке люди подходили, интересовались, звонили, мы вместе с людьми звонили. Некоторых животных вот на этой неделе тоже должны приехать посмотреть, так что колоссальный успех. На самом деле безумно счастливы, безумно рады. Спасибо вам, жители Николаева, что вы пришли, что вы неравнодушны, что для вас не самое главное это порода, а главное это счастье. А у счастья ведь нет породы. Мы сейчас посмотрим сюжет. Наша съемочная группа работала на выставке, чтобы, ну, как бы мы могли нашим зрителям еще раз показать этих замечательных животных, а потом продолжим наш разговор. Пожалуйста, сюжет. У щастя немає породи. Таку назву отримала виставка собак, котрі певний час поневірялися вулицями нашого міста, не маючи ані господарів, ані притулку. Зоозахисники надали волохатим охоронцям тимчасовий дім, але організація не має змоги утримувати собак пожиттєво. Роботи членам «Феніксу» вистачає. Не всі городяни співчувають бездомним тваринам. Декому із цих собак доводилося у прямому сенсі рятувати життя. Это все собаки, которые подобраны на улицах города. У кого-то есть опекуны и кураторы, у некоторых нету. Кого-то попросили не возвращать вообще на место их обитания, кого-то ждут. Но, тем не менее, все ищут семью, все ищут дом. И очень мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие хоть кому-то принесет, подарит семью. Із песиками певний час працювали кінологи, навчаючи їх основним командам. Тож нові господарі отримують вже вихованих собак. Сьогодні представлені собаки, які являються підопічними комунального підприємства «Центр защиты животных». Всі вони стерилізовані, привіті від бішенства, обработані від паразитів і пройшли первоначальний курс підготовки з кінологами. Організатори виставки зауважують, якщо навіть один пес у результаті акції отримає господарів і притулок, їх справа не даремна. І першим щасливчиком, який цього дня знайшов хазяйку і будинок, став пес на прізвисько Бакс. Я прийшла на цю виставку вибрати собі собаку. Собака буде жити во дворі, в частному домі. Добрий, приємний собака. Приємний чоловік розказував про собаку. Очень з великою любов'ю. Під час виставки відвідувачі мали змогу не лише насолодитися компанією мохнатих вуханів, а й подивитися на роботу кінолога. Також зоозахисники організували фотосушку, розмістивши на світлинах собак, котрі теж шукають господарів, але поки з різних причин не мають змоги стати учасниками виставки. Так, ми продовжуємо. Светлана, что было еще в программе вот, выставки? Там были какие-то... Программа была большая, выставка шла несколько часов, почти целый день. Что было еще? Ну, на протяжении всей выставки кинолог Галина, работник коммунального предприятия «Центр защиты животных», она показывала свою работу, которая уже проведена с животными, подопечными коммунального предприятия. Собачки выполняли команды сидеть, лежать, дай лапу за вкусняшки. Они это с огромным удовольствием делали, несмотря на то, что очень много людей, незнакомых, много животных рядом. Они показали себя достойно, несмотря на то, что эти все животные, которые представлены, они были забраны с улицы. Вот у нас была такая цель доказать, что, собственно, не важно, что оно живет, что это животное живет на улице. Тем не менее, оно точно так же социально, если с ним работать. Оно также красиво, если его расчесать и подстричь. Как вот наш волонтер и член организации Анна, она грумер, и она приводила собачек в порядок. Расчесывала, подстригала их, делала из них красотунов. Вот.
Также Наталья Данилюк, она проводила конкурсы для деток. Да, было разработано небольшое мероприятие, в котором принимали участие именно детки возраста. Притом мы рассчитывали на какую-то конкретную аудиторию, но это были дети буквально там от 2,5-3 лет и где-то до 14-15 лет. И всем было очень интересно. И рассказывали, какие породы. И дети сами называли породы. И команды мы разучивали с ними. Дети говорили, какие команды они знают, что они обозначают, что нет. Играли в спортивные игры. Все получили призы. И каждый ребенок мог непосредственно пообщаться с собакой. То есть взять и поводить на поводке. И какие-то команды, допустим, выполнить самостоятельно. То есть здесь действительно показано, еще раз вернусь к теме кинолога, что несмотря на краткие сроки, то есть каждое животное, которое забирается на коммунальное предприятие, содержится от 7 до 10 дней. И притом животных там довольно-таки приличное количество. И несмотря на краткие сроки пребывания там, то есть кинолог настолько мог обучить животных, что с любым человеком, который берет его на поводок, оно могло выполнять какие-то команды, ту же самую команду рядом, играть, веселиться, радоваться солнышку, потому что была очень хорошая погода, она нас порадовала. Точно так же, как и все присутствующие, и животные, и дети. Было очень здорово. Это действительно была масса позитива. Мы очень рассчитываем, что это наша первая выставка, но далеко не последняя. Вот о работе кинолога, слушайте, ну, собаки беспородные, насколько они вообще поддаются дрессировке, насколько, вот по сравнению, может быть, с породистыми? Вы говорите, такие краткие сроки, собаки взяты с улицы, не социализированы. Как это удается и вообще какие вот успехи в этом? Лен, вы знаете, наверное, все дело зависит не в породе. Есть, конечно, какие-то генетические задатки, которые передаются, там, допустим, из поколения в поколение, там, искусственно выведенные породы, но здесь... Наверное, просто желание животного понравиться человеку. Оно понимает, что на улице оно прошло Крым, Рим и медные трубы. А здесь есть шанс получить какое-то вкусное угощение, порадовать человека. То есть это собаки все равно, тем не менее, направлены на человека. То есть ориентированы на человека. Конечно, они ориентированы на человека, и надо было видеть, с какой... Были щенки, которым там по 4-6 месяцев. И надо было видеть просто с какими умилёнными мордочками. Они смотрели на каждого человека. Такое было впечатление, что они вот каждому говорят «возьмите меня». Вот. И у нас даже вот произошел случай на выставке. Пришла мама с маленьким ребенком, наверное, годика 3-4 ребенку. И он очень хотел взять щенка. Но, к сожалению, такого, как он хотел, не было. То есть они хотели маленького и по возрасту, и по размеру, потому что это квартира. А были привезены только крупные. Он настолько расстроился, там столько было слез, его успокаивали все волонтеры. Но ему дали возможность поиграть с собаками, которые там. Он уже немножко успокоился, и вот они должны на этой неделе выбрать. Вы ему подберете кого-то? Конечно. Да? Обязательно, там настолько ребенок, который вот он проникся этой идеей, что у него будет друг. Вот. Молодцы родители, молодец. Мальчик, который хочет взять себе животное, хочет взять друга. А вообще на попечении Феникса сколько животных? Можно посчитать это хотя бы, ну так, приблизительно? Очень сложно на самом деле, учитывая то, что у нас, у нашей организации нет какого-то центра, где находятся все животные. У нас животные находятся на лечении в клиниках в разных, которые с нами сотрудничают. У нас животные находятся на передержках у волонтеров. Люди, которые просто берут к себе животное на время, пока мы ему ищем дом, либо пока там лечится, восстанавливается после лечения. Ну, на самом деле больше 60, это точно, животных находится на попечении у всех наших волонтеров. Притом каждый день они прибавляются, кого-то мы пристраиваем, кого-то раздаем, кто-то после лечения либо стерилизации попадает на места обитания. Вот, но каждый день эта цифра колеблется. Вот только сегодня я смотрела по стене, по нашей группе ВКонтакте, то, наверное, 8 или 10 животных, это только которые за сегодняшний день поступили под опеку «Феникс». Несколько раз мы в течение вот уже нашей передачи упоминали коммунальное предприятие. Давайте, может быть, кто-то из наших зрителей не знает, давайте расскажем, когда оно начало свою работу, чем занимается, профиль его деятельности. Коммунальное предприятие «Центр защиты животных» начало уже официальную свою работу в конце февраля этого года. Его главной задачей является стерилизация бездомных животных,
собак с целью сокращения численности бездомных животных на улицах города. На балансе у коммунального предприятия находится центр стерилизации, собственно, питомцы этого центра и были представлены на выставке. И вторая работа, которая ведется коммунальным предприятием, это регистрация домашних животных путем чипирования. И вот на выставке все собаки, которые были отданы, как раз прошли эту процедуру. То есть на месте регистратор Ирина чипировал животное, зарегистрировал и выдал соответствующие документы уже новым владельцам этого животного. Хорошо, давайте тогда подробнее о теме чипирования. Что это такое, для чего это делается, как это происходит и кому это нужно сделать? Это нужно на самом деле сделать всем владельцам домашних животных. Потому что какие возможности дает чипирование? Во-первых, вы подтверждаете права на свое животное. Какие бы у вас там ни были паспорта, родословные и так далее, ну, не можете вы физически доказать, что это именно документы этого животного. Даже если это будет фотография, собаку можно постричь, перекрасить, она выросла и так далее. А чип – это уже непосредственно идентификатор. То есть это такой маленький как бы приборчик, размером с рисовое зернышко, на котором находится номер, который никогда не повторяется. По этому номеру в базу международную и украинскую, вот как у нас работает коммунальное предприятие, заносится вся информация о животном и о его хозяине. То есть это адрес, телефон, паспортные данные, особенности животного, возраст, прививки и все остальное. Если вашу собаку украли, если она потерялась, проведя сканером по собаке, можно найти этот чип и определить всю, получить информацию и доказать, что это именно ваше животное. Давайте сразу объясним насчет чипа, потому что звучит как-то так, оно чуть-чуть устрашающе. Как, вот вы сказали, он небольшой. Одноразовый, как он помещается? Шприц, да. Одноразовый шприц с жидкостью. И под холку укольчиком вводится это зернышко. Это практически безболезненная процедура. Как укол. Как, да, действительно. Это что-то вот пожизненно у собаки уже есть. Конечно. Никуда не денется с ним, никуда ничего. Никуда он не выходит, никуда он не девается. Вырезать его без сканера невозможно, чтобы, допустим, если украли породистое животное, чтобы нельзя было его потом определить, что оно, кто оно и чье оно. Вот. То есть этот чип может мигрировать по телу животного. Под кожей. Под кожей, да. Ну, в принципе, находится в радиусе. Никуда деться не нужен, да? Нет, в радиусе. Далее, вы сказали, что животные, которых вы отдавали на выставке, они были чипированы уже. На каких еще условиях вот, организация «Феникс», как вы отдаете своих вот подопечных людям? Что для этого нужно? У нас есть специальный договор приема-передачи животного, где прописано, что это за животное, какие у него там, возможно, болезни были, какие особенности, цвет, вся информация о животном там прописана. По сути, в договоре написано только условие, что человек должен следовать правилам содержания домашних животных города Николаева, и что если он там передумал вдруг что, чтобы он не выбрасывал, а вернул животное нам. Мы всегда принимаем своих подопечных обратно и перепристраиваем их в другие ручки. Ну, бывают и такие случаи. В договоре прописываются тоже паспортные данные волонтера, который передал это животное, и паспортные данные человека, который принял. На самом деле этот договор, он дает какую-то вот гарантию, или это так, ну, просто вот как чисто психологически действует на людей, что все-таки они подписали документы, они уже как-то несут ответственность? Ну, это в любом случае психологический фактор, потому что человек, который безответственный, который лишь бы поиграться, берет животное, он не будет подписывать и вписывать, тем более туда паспортные данные. Ну, и помимо этого, естественно, договор несет юридический характер, и если будут нарушены правила содержания домашнего животного, то у нас есть договор, и мы можем забрать животное обратно, мы можем человека притянуть к какой-либо ответственности, если он там, допустим, жестоко обращается с животным, либо там морит голодом животное. Бывает и такое? У нас не было. Слава Богу. Возвращаясь к работе коммунального предприятия, но один из основных все-таки вот профилей их деятельности, вот основное, это стерилизация. Как происходит отлов животных, стерилизация, что с ними потом происходит, сколько, можно ли уже посчитать вот с начала работы коммунального предприятия, сколько животных было стерилизовано, какие вообще результаты этой работы?
Значит, как происходит отлов? Все жители города Николаева могут дать заявку по телефону 1588, либо позвонить непосредственно на коммунальное предприятие «Центр защиты животных» и оформить заявку. В течение какого-то времени с ними созваниваются, и на место обитания животных выезжают ловцы с оборудованием на машине, на которой есть эмблема коммунального предприятия «Центр защиты животных». Очень большая просьба к жителям города Николаева. Если вы видите эту машину, не пугайтесь. Действительно, животные забираются на стерилизацию, потом будут они возвращены обратно, потому что у нас уже были несколько случаев, когда люди по незнанию очень агрессивно настроены к ловцам, они переживают, что собак там забирают и умерщвляют где-то каким-то способом. Нет. Коммунальное предприятие работает именно с целью гуманного сокращения численности бездомных животных на улицах города. Собак забирают уже на предприятии, на коммунальном предприятии, Центр защиты животных, они проходят стерилизацию, кастрацию либо стерилизацию, потом они прививаются от бешенства, обрабатываются от паразитов, проходят комиссию у кинолога именно на социализацию, на безопасность для того, чтобы выпустить, вернуть опять собаку в среду ее обитания с целью предотвращения угрозы жизни человека. И в течение 7-10 дней, в зависимости от того, как себя чувствует собака после операции, ловцы привозят ее на место и возвращают кураторам, опекунам и людям, которые ее встречают. Какие возможности у коммунального предприятия? Сколько собак одновременно там может находиться? На данный момент там находится на территории порядка 70 животных. Но я думаю, для удобной работы и сотрудников коммунального предприятия, и непосредственно животных, которые будут находиться, это максимально около 200 животных. Как финансируется коммунальное предприятие с животными? Это, ну, кроме лечения, это и питание еще? На данный момент финансируется из бюджета, но у коммунального предприятия есть и свои статьи, по которым они зарабатывают деньги, потому что на территории коммунального предприятия работает крематор. Вот, то есть предприятия, которым необходимо оказывать данную услугу, они могут подписать договор с Центром защиты животных и пользоваться этим оборудованием. Я помню, писалось в социальных сетях, что если вы где-то видите вот на улицах погибших собак, там, сбитых машиной, либо там точно еще так же звоночек 1588, либо на телефон коммунального предприятия, и в тот же день машина по подбору трупов животных приезжает, и они утилизируются с помощью крематора. Программа работает только на собаках? Что с кошками? Пока только на собаках. Ну, в принципе, в перспективе, может быть. В перспективе, конечно же, будет уделено и внимание кошкам, но сейчас у нас действительно ситуация более остро стоит с поголовьем собак, потому что действительно люди боятся. Если будет 10 кошек и 2 собаки, то, конечно же, большую угрозу для жизни людей представляют 2 собаки. Вот. И поэтому сейчас работа коммунального предприятия направлена именно на стерилизацию бездомных собак, но впоследствии, через какое-то время, когда мы получим хоть какие-то результаты. Кстати, когда могут быть результаты? Вот программа стерилизации, когда она может дать заметные результаты? На самом деле результаты мы должны увидеть где-то около через полгода, наверное. Потому что до момента открытия коммунального предприятия и «Фениксом» была проведена очень большая работа по стерилизации животных. И были привлечены международная организация «Четыре лапы», которые уже 2 раза приезжали к нам в город. Первый раз было простерилизовано около 500 животных, и второй раз. Наша главная проблема – это не поголовье уже существующих животных. С ним мы как бы разберемся, да, при помощи коммунального предприятия, при помощи людей, которые хотят решить эту проблему, наших волонтеров. Проблема в том, что ежедневно армия бездомных животных пополняется домашними. Это неконтролируемое разведение, это выброшенные животные, это животные на самовыгуле. Не можем мы прийти и заставить просто человека, чтобы он простерилизовал свое животное, которое не представляет племенной ценности. Это должно сработать у человека у самого в мозгах, и должна появиться ответственность. Потому что не собаки виноваты в своей численности, виноваты люди, которые не безответственно подходят и к разведению, и к ответственности за животными, которых они взяли к себе в семью. Я думаю, что у вас еще в планах много мероприятий. Какие ближайшие вы планируете провести? Ну,
Есть, ну, это не совсем мероприятие, это социальная реклама у нас вот скоро будет на билбордах нашего города. Это как завершающий этап выставки. Известные люди города Николаева, публичные лица, фотографируются с беспородными, бездомными животными. И эти фотографии будут на билбордах, также с подписью «У счастья нет породы». Это тоже пропаганда брать бездомных, беспородных животных в семьи. Ну, эти известные люди, они только фотографируются или они берут их к себе тоже? Они непосредственно помогают организации, у них свои животные есть, тоже всех к себе не заберешь. У кого-то беспородные, у кого-то породистые, но тем не менее. Вот, это просто как бы шаг привлечь внимание к данным животным. И 16 августа у нас, как всегда, наш концерт, это уже наша традиция, третий концерт будет, это наш день рождения, наша организация зарегистрировалась в этот день. Большой концерт в Каштановом сквере. Я думаю, до 16 августа мы еще встретимся не раз. К сожалению, время нашего сегодняшнего эфира приближается к концу. Я вас благодарю за то, что вы пришли, рассказали. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. Я нагадую, что в эфире была программа «Це вас хвилює». И гости нашої студії – це голова зоозахисної організації «Фенікс» Світлана Меделян та співзасновник цієї організації Наталя Данілюк. Дякую вам. До побачення.